Страшная авария в районе Хаджибейского лимана. На трассе Киев-Одесса столкнулись лоб в лоб две легковушки – Toyota Camry и ВАЗ-2114. Удар был на большой скорости, машины раскидало в разные стороны и смяло. Есть пострадавшие. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии, перелом основания черепа. Отправили в 11-ю больницу, приехала скорая. Вызвали скорую, самую скорую. Есть перелом правой голени, сотрясение головного мозга. Отправили для дальнейшего этапа лечения. Помощь жертвам аварии оказывали медики, случайно проезжавшие мимо. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали двое водителей. У мужчины, который был за рулем ВАЗ, перелом основания черепа, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Камри тоже сильно пострадал и был госпитализирован.